пугайтесь, ради бога, не пугайтесь. Я не стану вам вредить. Я пришел вас умолять о милости одной. Вы можете составить счастье целой жизни. Оно вам ничего не будет стоить. Вы знаете три карты. Для кого вам беречь вашу тайну? Когда-нибудь знали вы чувство любви, если вы помните пыл и восторги юной крови, если хоть раз улыбнулись вы на ласку ребенка, если вашей груди билось когда-нибудь сердце, то я умоляю вас, чувство супруги, любовницы, матери, всем, что свято вам в жизни, скажите, скажите, откройте мне вашу тайну. На что вам она? На что вам она? Может быть, она сопряжена грехом ужасным, с пагубой блаженства, с дьявольским условием. Подумайте, вы стары, жить недолго вам, и я ваш грех готов взять до себя. Откройтесь мне, скажите. Заставлю тебя теребячица, хотите ли назначить мне три карты? Да или нет?